Квадратич, практич, кайман гуд. Я. Всем привет, меня зовут Николай. И сегодня у нас новинка, то есть это новая леска Кайман Титаниум Пауэр, то есть нового сечения, квадратного сечения. Вот, и давайте сейчас о ней поговорим. Данная продукция делается во Франции, на заводе Speed France. Завод является мировым лидером, то есть, да, у него практически, там можно сказать, что 25% мирового рынка и где-то примерно 60% европейского рынка. Вот, завод занимается производством лески уже более 40 лет. В чем отличительная особенность непосредственно лески Кайман Титаниум Пауэр? Да, во-первых, она двухслойная, то есть, да, внешний слой как бы, да, обеспечивает ее эластичность и ее износостойкость, а внутренний слой как бы добавляет ей прочности. То есть, поэтому расход у данной лески, ну, просто в разы меньше, чем у всех остальных лесок на рынке. У данной лески существуют различные сечения, то есть, да, соответственно, от 2 мм до недавнего времени было до 3 мм. Сейчас на рынок мы выводим как бы более толстую леску, то есть, соответственно, 3,5 и 4 мм. Прежде всего, квадратная леска подходит для кошения сформировавшихся газонов, то есть там, где как бы нужно переживать за вхожесть травы. То есть, по сравнению с круглой, за счет того, что у квадратной лески есть грани, вот, то есть она как бы более качественно срезает траву. Ну, соответственно, после такого среза трава травмируется меньше, восстанавливается она как бы лучше, спокойнее, вот, то есть газон получается более качественный, более пушистый. Данная леска упакована в специальные такие вот красивые, удобные блистеры. То есть есть вот такие вот блистеры от 6 до 15 метров. Соответственно, сюда упаковывается любая леска, то есть там, да, от 2 до 4 мм. Вот. Есть вот такие вот блистеры, они побольше уже, соответственно, идут, они там идут от 50 до 200 метров. Вот. Есть вот такие вот катушки. Вот. Там, да, 200-500 метров. То есть то же самое по разной толщине лески есть такая упаковка. И даже есть вот такая вот большая бухта, ну просто гигантская, да. Тут вот почти километр лески, то есть, да, для коммунальных служб. Так, ну и, соответственно, хотелось бы обратить внимание такой на немаловажный факт. То есть на рынке есть общепринятое мнение, что квадратная леска, она отличная, да, то есть хорошо режет, но при этом она как бы в ней меньше пластика. Вот, то есть это на самом деле так, если, допустим, мерить как бы толщину лески не вот по ее плоскости, а по диагонали. Вот, но здесь немножко по-другому. То есть здесь каждая грань отвечает заявленному размеру. Соответственно, в конкретно вот в леске Кайман Титаниум Пауэр в квадратном сечении пластика больше, чем в любой другой квадратной леске. А что дает нам больше пластика в сечении лески? Соответственно, значительно уменьшается ее расход. Потому что пластика больше, соответственно, расходуется она меньше. Ну что, вот такая вот замечательная новинка появилась у нас. Леска квадратного сечения Кайман. Двухслойная, супер малый расход лески у нее. Вот, то есть французская. Вот. Также хотелось бы вам напомнить, что еще в круглой леске у нас добавляются большие бухты, там 3, 3,5, 4 мм, большие объемы. Вот. Если вам леска понравилась, то вы всегда ее можете приобрести у нас, либо у наших дилеров России. Вот. И еще как бы такой небольшой как бы сносочку сделаю. Вот у нас появляются вот такие вот замечательные триммерные головки. Вот. Они идут с комплектом насадок. И практически триммерную головку можно поставить на любую косу, которая сейчас есть на рынке. Если вдруг вы не можете найти тушь-пулю, которая вам нужна. Вот они у нас есть. Есть большие диаметры 130, есть малые 109. Любые косы перекрывают. Ссылки на данный товар все будут в описании. С вами был Николай. Пока.